Приятное с полезным совместила олимпийская чемпионка по художественной гимнастике. Вера Бирюкова сегодня проголосовала в родной школе. Здесь спортсменка училась до 6 класса. Опустив бюллетень в урну, пообщалась с учителями, которые поздравляли ее с победой в Рио, а также сделала несколько фото с поклонниками и раздала автографы. Я пришла проголосовать сегодня первый раз, так как мне только в апреле исполнилось 18 лет, это мое первое голосование. У меня случайно получилось не пропустить, потому что я уже улетела в Москву, у нас уже начались тренировки, нас вот буквально на пару дней так получилось отпустили как раз на время выборов, и я решила прийти проголосовать.